Сегодня будем менять воздушный фильтр для студентов. Опель-курс. Опель-курс, да. Старайся так не вытягиваться. Они все вылазят. Вылазят. Хомутик. Да я еще немножко сделаешь. Да, ты не вытянешь ее. Потому что тут видишь бордюр. Еще. Все. Так, крючок. Бочка не надо, сперва это снимай. Вот так сниму еще. Нихера, все застрял. Ладно, да. Ага, я вот так понял, да? Переворачивай, саморезы можем потерять. Так, вот фильтр мы меняем. Этот фильтр, он сколько на нем проехал? 16 тысяч миль. Сейчас мы это все продуем, почистим. Ну, это можно. Все. Так. Так, все, мы почистили, вроде чисто. Ну, как всегда, студентам. Дайте все. Не, я продую глаз, блядь. Дал тебе студент. Да ладно, тебе хватит тебе, ё. Да, давай, я фильтр вставляю. Новый фильтр. Вот новый фильтр. Не рви, аккуратненько сидим. Ну, возьми любой саморез что-нибудь. Здесь что? Ну, только на работе. Замок есть. Так его вставляешь, шланг в сторону. Потом шланг должен взять здесь сразу. Сейчас закончу саморезы. След свой оставил. Уже знаешь, там механик был. Да. Все, ребята, закончена эта работа.
Все, всем пока. У кого какие вопросы, пишите комментарии, ставьте лайки. Бай-бай.